ЖК Оренбурга сообщили о завершении реконструкции фонтана в парке имени Гуськова на проспекте Победы. Рабочие полностью заменили трубопровод и насосное оборудование. По всей чаше нанесли гидроизоляцию, стенки отделали плиткой. Новый насос оборудован автоматикой и фильтровальной установкой. Вода теперь бьет из 25 насадок, а ночью обещают включать подсветку из 8 светодиодных светильников. Работы обошлись в 950 тысяч рублей.